Здравствуйте, Арсений Селезнев, Зверобой. Сегодня 13 октября. На улице у нас дождь сильный, с ветром. Нельзя сказать, что очень сильный, но сильный. И вот я, когда варил курам картофель, добавил туда немножко, где-то столовую ложку вчерашнего кофе, молотого кофе. То есть пили вчера кофе, и я где-то одну чашку туда кинул. Оно проварилось. Картофель получился такой вот с небольшим запахом кофе. Даже сейчас чувствуется, хотя я воду слил, уже пора сливать воду давно. Только лето можно с водой давать. И я хочу, чтобы куры немножко приободрились, чтобы они стали немножко веселее. Вот. Вот они уже начали немного постепенно тут. Только встали недавно. Поздно к ним пришел. Поэтому они кушают. Кушают сегодня поздно. Крупы мало. Вчера не намолол, а сегодня я буду позже, поэтому вот. Остатки доедают. Как вы видите, петух доедает все остатки. Арсений Селезнев, Зверобой. Картофель. Ага, видно там. С молотым кофе. Вторичком таким получился. Запах приятный. Ну, много давать не советую. А вот, в принципе, ложка на такое... столовая, это, чайная ложка на вот такую вот группу курту, в принципе, можно иногда. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев, Зверобой, смотрите обновления. Пока!